Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Думаете, в 50 жизнь подходит к логическому финалу и пора учиться вязать носки, пеленать внуков и напрочь забыть о себе? А ведь многие так и делают, но есть готовые с этим поспорить. Это те самые излучающие радость женщины и мужчины, которые ухаживают за собой в зрелом возрасте, начинают заниматься танцами, осваивают новые виды спорта, путешествуют и каждый день открывают для себя что-то новое. Ведь активным, молодым и красивым можно быть в любом возрасте и в любой точке мира. А за примером далеко ходить не надо, есть такие и среди кировчан. И специально для них в нашем городе создан проект 50+, благодаря которому каждый может найти занятие по душе. Многие, например, занимаются в спортивных и танцевальных группах, которые открываются в городе. Одна из них расположена на улице Мира 46 во дворце единоборств, рассказывает помощник депутата городской думы Дмитрия Никулина Владимир Виноградов. На данный момент занятия проходят 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница с 11 до 12 часов дня. На последнем занятии, как нам рассказал руководитель группы, на занятии присутствовало более 100 человек. То есть мы видим, что потенциал и потребность в таких занятиях растет. И мы надеемся, что эти занятия помогут нашим женщинам и мужчинам, которые уже тоже начали подтягиваться к этим занятиям, находить общий язык, чаще встречаться, общаться, заниматься физкультурой. Приглашают на занятия не только жителей 10-го избирательного округа, депутат которого и стал их организатором, но и всех желающих. Это касается и других проектов, которые реализуют здесь для тех, кому за 50, поясняет Владимир Виноградов. В ноябре и в рамках проекта 50+, и в рамках проекта «Активный гражданин» мы запланировали мастер-классы по мыловарению, которые будут проходить на Дзержинского 64. Также мы запланировали выездные мастер-классы умельцев клуба АДНТ «Возрождение», которые будут приезжать в библиотеку имени Любовикова, проводить здесь мастер-классы по ремеслам и по промыслам нашей Кировской области. Также проходит у нас еженедельная работа в клубе по интересам «Берегиня» каждую пятницу в библиотеке Любовикова. Там проходят чаепития, также мастер-классы, показываются кинофильмы. Занятия для всех абсолютно бесплатные, и упускать такую возможность никак нельзя. Ведь если есть в жизни спорт и положительные эмоции, счастливое долголетие практически гарантировано. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50+.